Не хочу ли я с кекой? Я терпеть не могу кеку. Он варкрафтер. Фу, не хочу с ним играть. Пусть играет с другими варкрафтерами. Я волк-одиночка. Я играю со своими зрителями. Каждый раз, когда мне предлагают спонсорский стрим, говорят: Илья, ты лучший абсолютно стример на рынке, так сказать. Никто лучше тебя игры не продвигает. Даже патриарх Логвинов остался уже позади. Но мы хотим объединить себя с кем-нибудь, стать тебе напарником. Например, Тиндерлибае или еще кого-нибудь, Братишкина. Я говорю: нет, нет.